Tron Smart Bang Max – 130-ваттная новинка в линейке беспроводных Bluetooth-колонок с функцией караоке, влагозащитой IPX6, емким аккумулятором 18 тысяч мАч и RGB-подсветкой. В ней есть все, чтобы превратить ваше мероприятие в незабываемое пати, и не только на хате. Кое-что производитель позаимствовал от модели Halo 200, обзор на которую я делал не так давно, цена у них также плюс-минус одинакова, актуальный ценник всегда можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Также напоминаю, что у меня есть группа ВК и Telegram-канал, где ежедневно публикуется актуальная информация о акциях, распродажах и скидках на различные товары. Впереди 11.11. На маркетплейсах явно будут всевозможные сейлы. Всю актуальную информацию по данному событию я обязательно буду публиковать в этих соцсетях, так что подписывайтесь, чтобы покупать выгодно. Поставляется Tron Smart Bang Max в коробке с фирменным дизайном, вес приличный, около 7 кг, в комплекте блок питания на 15 вольт 2 ампера с круглым штекером, кабель 3,5 на 3,5 мм для подключения внешнего источника звука, руководство пользователя и рекламные брошюры. Мелкой колонку не назовешь, но в переноске она удобна за счет широкой ручки с прорезиненными вставками в нижней части. Покрытие корпуса тканевое, с лицевой стороны логотип производителя, чуть выше прорезиненный блок управления. На нем расположены индикаторы остаточного заряда аккумулятора, кнопки включения-выключения, управление контентом, а также активация различных режимов работы. Как и в модели Halo 200, эта колонка имеет возможность подключения внешних микрофонов или электрогитары. Для этого с тыльной стороны расположены два разъема 6,35 мм с регулировкой громкости и усиление отдельно для каждого канала. Дополнительно есть вход в 3,5 мм, слот под microSD-карту и USB-разъем для подключения флешки или подзарядки ваших гаджетов от аккумулятора колонки, а также есть разъем для подключения питания. Блок разъемов прикрыт массивной резиновой заглушкой, необходимой для сохранения пыли-влагозащиты корпуса. Она равна стандарту IPX6, соответственно, колонка в состоянии переносить брызги, дождь, небольшое попадание воды на корпус, но вот окунать ее в воду, как это показано в рекламном видео, явно не стоит. Снизу имеется плоское основание, позволяющее устанавливать колонку на горизонтальную поверхность. Bluetooth для подключения используется версии 5.3, как и в случае с Halo 200, тут трехполосная звуковая система, за звук отвечают 6 динамиков, скрытых под защитной сеткой, и 2 открытых пассивных сабвуфера по бокам с круговой RGB-подсветкой. В отличие от Halo 200, где звук более-менее сбалансирован по частотам, тут упор сделан на низы. Их экстремально много, и даже подстройка эквалайзера не особо спасает ситуацию. До 80% громкости звук чистый, но потом на некоторых треках начинается каша. Сам я колонку не разбирал, за меня это сделали другие, поэтому известно, что в динамиках используются ферритовые магниты, низкочастотные имеют маркировку 4 Ом 35 Ватт, среднечастотные 4 Ом 20 Ватт, плюс есть пара высокочастотных твиттеров. Как и большинство последних новинок от Tron Smart, данная колонка поддерживает возможность дополнительной настройки через приложение на смартфоне. Там можно посмотреть остаточный заряд аккумулятора, выбрать один из нескольких пресетов эквалайзера или настроить свой собственный. Во вкладке «Контроллер» выбирается источник звука, активируется режим стереопары для подключения второй колонки, а также фирменный режим Master Plus, который позволяет подключать до 100 колонок в единую систему. Также в приложении настраивается работа RGB-подсветки, доступно 3 пресета или ее можно выключить совсем для экономии энергии. Если к колонке подключить внешний микрофон или электрогитару, тогда активируются дополнительные настройки, позволяющие добавлять, снижать низкие и высокие частоты, а также накладывать эффект реверберации. По автономности производитель обещает до 24 часов на одном полном
полном заряде, но это на 50% громкости с выключенной подсветкой и при подключении по проводу. Если подключать по Bluetooth, у меня получилось 20 часов, а с активной подсветкой на максимальной громкости она проработала 9. Результат хороший, вполне ожидаемый для подобной мощности и емкости аккумуляторов. Полностью колонка заряжается за 5 часов. Работать подключенная к розетке может. По итогу, данный экземпляр подойдет в первую очередь любителям электронной музыки с большим количеством низких частот. Для рока и каких-то сложных композиций я все-таки бы выбрал Halo 200. Там звук более сбалансирован. Эта модель прекрасный вариант для разнообразных вечеринок как дома, так и на открытом воздухе. А возможность подключения гитары и микрофона расширяет функционал. Плюс тут емкость аккумулятора больше на 30%, чем в Halo 200. Не забывайте подписаться на канал, за лайк, репост этого видео, плюсик в карму вам. Всем пока.